6 лет назад, 2 апреля 2015 года, в России был дан старт открытому бета-тесту игре Skyforge. Игра имела фишку смены классов в игре, не имелось уровней у персонажей, огромное поле для прокачки в любые направления в атласе развития, что хочешь, то и качай. Каждый год в апреле появлялись какие-то новые обновления или новые классы или еще что-то. Например, год назад нам вернули измененный атлас вторжения, ввели новые кошмары. Ого, уже год прошел, как мы бегаем по новым кошмарам с этими модификаторами. Также год назад была отключена королевская битва, как бы временно отключена и отправлена на доработку. В общем, год назад ничего особенного и не было добавлено в юбилей игры. Нужно вспомнить, когда там добавляли последний раз новый класс. И это было в сентябре 2019-го, пиромант. Одновременно с классом добавили также новый данж «Сердце города» и новый магический аспект «Старшего бога». Чуть позже, в середине декабря 2019-го, было добавлено приключение на Терре «Мертвая пустошь», а также еще один аспект «Старших богов» — аспект «Меткости». Так, это получается за весь 2020-й ничего не добавлялось нового, так по мелочи всякие правки, перекрасы иконок. Посмотрим, что же нас ждет в честь шестилетия игры. Дайте-ка я угадаю, может новый класс? Как бы полтора года уже не было новых классов. Может новый данж? Новая сюжетка или продолжение сюжета? Новые режимы PvP? Новые наборы донатных пух? Хотя зачем они мне? Я все равно никогда их не покупаю. Это так, для интереса. Хм, что же там еще может быть? Про новый аспект старших богов не буду спрашивать. Их из старых девать некуда, пыляться без надобности. А, вот, точно. В игре любят очень часто менять систему прокачки и системы штатов на шмотках. Что? Даже этого нету в этот раз? Странно. А игру случаем там не закрыли, а? Надо получше присмотреться, может все-таки что-то добавили? Вот-вот, что-то вижу, да, в конце темного тоннеля виден свет, вот-вот, точно, это вот оно, это же ивент, в честь юбилея игры, ну прям точь-в-точь, как в прошлом году. Собираем с бомжиков пророчества, потом их разгадываем, и даже прекрасно на месте, ну прям, это становится традицией. Ладно, народ, веселимся, празднуем день рождения Skyforge и набираемся сил для грядущих испытаний. Но что за грядущие испытания? Какие-то новые данжи, новые режимы PvP, еще что-то интересное? Или имелось в виду лишь очередное вторжение с циферкой побольше? Ну что ж, ждем и всем пока.